сказать, что я, мне кажется, ощущаю на себе сейчас абсолютно все это. Люди, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Единственное, что могу сказать, естественно, как бы здесь, в России, особенно в Москве, где я живу, здесь спокойно и хорошо. Естественно, это мы все почувствовали на том, что у нас упала нефть, упала рубль, поднялась валюта. И, собственно говоря, все ценники все взлетели, да, зарплаты остались или даже упали. Вот, это, конечно, все ощущается, и то же самое и в шоу-бизнесе, потому что гастролей стало меньше, работы тоже меньше, народ перестал так сильно гулять, как раньше гуляли, то есть у нас все равно заработок основной идет с корпоративов, и, естественно, их стало меньше. Как спасаться от этого, от всего? Те, кто находится в очагах, а вот в этих самых-самых таких серьезных, курьезных, я считаю, тут надо бежать, просто брать свои клуньки или не брать свои клуньки, просто бежать. А те, кто попал в эту же струю и очень сильно как-то, ну, я считаю, надо молиться только, потому что очень сильно верю в Бога и верить в лучшее, не опускать руки, нос и, собственно говоря, пытаться как-то наладить свою жизнь и идти дальше. Все, что я могу пожелать, а, конечно, это все очень печально.